Ивановские наркополицейские продолжают профилактическую работу с молодыми людьми. Позади фитнес-фестиваль «Движение. Жизнь». И теперь время кино. Старшеклассников и учащихся профлицеев пригласили на просмотр картины «Меня это не касается». История снималась в Новосибирске. Герои – молодые люди, которые попали в цепкие лапы наркотиков. Самостоятельно избавиться от зависимости они уже никогда не смогут. Однако помощи со стороны ждать бессмысленно. Окружающие люди живут по принципу «Меня это не касается». В фильме наряду с профессиональными актерами снялись и те, кто сумел победить в себе наркомана. По словам ивановских наркологов, подобные поучительные истории можно и даже нужно показывать. Проблема подростковой наркомании остро стоит во всей Ивановской области. Постоянно появляются новые недорогие виды наркотических средств, которые молодые люди зачастую просто заказывают через интернет. Основной мотив потребления – это мотив субмиссивный, то есть под действием толпы, чтобы не быть белой вороной, за компанию, а может быть один раз попробовать. Ничего же страшного как бы не будет, ведь существует много так называемых наркоманских, назовем это, выдумок, что ничего страшного, один раз, и никакого проблемы-то не будет. Ты попробуй, и все будет хорошо. Ведь никто же тебя не заставляет постоянно пробовать. Но дело в том, что по силе наркогенности данные вещества подразумевают свое действие в том, что в дальнейшем этот подросток рано или поздно вновь вернется к потреблению психоактивных веществ.